Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. То удалил, блин, видео со взвешиванием поросят в 20 дней. Сегодня какое число? 24. Да им уже до месяца осталось тут фигня, да? Они родились, грубо говоря, 30-го. Неделя. 23 получается. Да, вот сейчас посмотрим, что они тут выцедили со свиноматов. Надо их жрать, если тебе дать. У тебя тут набрано. Насыпь, а? Да. Только выброси из кормушки. Она набросала мусор. Да вот же есть, Илюх. Ага, значит, поросята уже. Ого, ничего себе, это поросенок, иди сюда. Поросята уже. Вот, смотрите, какой поросенок вырос. Поросенок. 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 Противный, жадный, да еби. Мешок он там. Да, все равно надо еще этого поймать. Я, ну, покажи. Там Миша, пусти. Сейчас покакает. Ах ты сырой. Вон, а. А сколько сисек? А, сейчас глянем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ого, 14. Можно оставлять на этот самый, на племя. Так, все, прокетывай. Какашки нормальные. Все, давай. Пыреля, как паухи. Как папа. Папа точно такой же краски. Сейчас, подожди. Не это самое. Сейчас я кантер возьму. Смотри, полосатый. Ну, ты в папу. Мамашка, она вообще лысая. У нее больше там от какого-то, наверное. Если можно ставить. Ну, давай, кидай его, Миша. Все. Ну, 650. 650. Посмотрим, осталась неделя до месяца. Что они там у нас наберут? Да не, не, рот закрыл, чтобы орать не было. И так сильно орал. Да. Сейчас будем ловить всей толпой. Ну что, мешок держи. Сейчас сважим. Сейчас посмотрим, что за чудо-хряк. У чудо-хряка 6750. Видишь, почти 7 килограмм. А тут свинка была. Ему за неделю надо добрать хотя бы килограмм. Будет уже, ну, полтора кило, будет уже, он будет как бы... Свинка, а тупо этот хряк. Разница. Не, ну тут плюс еще, смотри. У нее 8 было. Зависит еще во многом от количества поросят, которые рождали. Если было 14 у одной свиноматки, соответственно, у нее и поросятки небольшого размера. А если у нее 7 штук было, 8. То у нее, ну, нет, у рыжей 7 живых, уже, без, да, уже без отходов, без ничего. А у этой белой было 8. А у Маши 8. Да. Вы можете сориентироваться, вот ему 23 дня. В принципе, по виду растет нормально. Просто он сейчас не носится, как угорелый, потому что он боится, не видел. А так вот, когда в руки берешь, вот смотрите, он активнее.
какой вонючий. Голосовые связки развиты хорошо. И вот так, если смотришь, ровненький, не кривая, спина не кривая, длинный, все как надо. Так надо будет. Я ему глушитель поставил, а то он больно громко орёт. Давай, быстро. Видите, они сами заходят уже, подъедают солому или сухие. Солому, да, и либо вытягали, либо съели. Отпилок натягали сюда. Получается, удобно. Вот таким образом свиноматка не лезет в их еду. И мы купили грану специально для них. Грану все-таки получше будет, чем просто дерть. Они там, видно, и сухое молоко в них есть. Ну, в принципе, видите, уже за 6 килограмм. Вот они, было от 5 до 6, там 6 не было даже. За 3, за 4 дня, там за 3, они добрали еще по килу уже добрали. Фиг его знает, как там будет. В месяц у нас посмотрим свиноматку сильно. А что, может быть, если свиноматок, я сейчас сниму, да? А ну, давайте мы сейчас... Сейчас мы выпустим свиноматок, посмотрим. Понеслась, сказали, куры, да? Да, уси пришла, 25 рублей. Маша, сейчас мы выпустим их, пусть немного погуляют. Давай, иди. Поросятки посидят без мам. Сейчас мы глянем, как они без мам тут себя чувствуют. Посмотрим. Вот это у нас банда, там где 11 их. Вот видите, какие они веселые. Мама нема, но тут вообще какой-то дрищ. Это мелкий дрищ. Ну, в принципе, они так более-менее ровно растут все. Мы их, наверное, после отлучки через месяц. Ну, у рыжей мы точно, говорю, через месяц. Через неделю будем отлучать. У рыжей 100%, потому что они ее съедят. От нее вообще уже ничего не осталось. Скоро она на ноги упадет. А тут мы балуемся, бегаем. А ты что, завалился? Куда? Куда банда собралась? Тимон, дуй сюда, брось их. Ну, назад. Ну, быстро назад. Смотри, банда. Здесь банда и здесь банда. И все лезут. Куда? Не перемешиваться. А то потом не найдете сиську нужную. А Машкины, слышь, хоть у рыжей их и больше, как бы, а Машкины не такие крупные, как рыжая. Рыжая больше отдает молока. Машка жадная. Как до еды жадная была, так и на молоко жадная отдавать. Кыш. Маму не могут найти. Нервничают. Ну ничего, мама, сейчас ваши выгуляются. И придут. Сейчас давай еще чуть-чуть рыжих. Вот рыжики у нас. Рыжики тоже нормально себя чувствуют. Вот этот белый поменьше. Это от той свиноматки, которая была много. Чтоб пришел? Угу. Да, сюда пришел? Угу. А кто хрюкает? Машка. Машка? Да. Ну ничего. Ушла. Вот этого мы, по-моему, взвешивали. Потому он такой наглый. Ничего не боится. Поросятки, вы видите, растут нормально. Уже хорошо подъедать начинают. Камни сразу едят. Слышите, постоянно вот все. Где только видят. Уголь, камни, вот это все такую дрянь. Милое дело пожрать. Уже где-то с неделю они точно активно так подъедают корм. И где-то уже, наверное, Тимоха, дуй, наверное, туда, чтобы они через ворота не смылись, хорошо? И где-то... Закрой меня, ага. И где-то уже недели две как начали есть, но неделю уже конкретно едят. Но еще рановато. Еще мы, конечно, недельку подержим. Можно будет на продажу выставлять.